Это, я думаю, то место, где очень аккумулируется прекрасная такая энергия, которая заряжает. И, допустим, я про себя, если могу сказать, меня как хореографа, и мне кажется, это также заряжает очень позитивно и ребят, которые сюда приезжают за разным, ну, то есть за разным материалом. То есть нет такого у нас деления, что вот я педагог, да, или там я хореограф, а это вот студент, ученик, который должен безукоризненно все исполнять. То есть здесь такой очень теплый обмен информацией идет. То есть я тоже что-то беру от ребят, которые приезжают сюда. Мы многое узнаем друг у друга, когда мы общаемся. Также у нас ведутся видеопросмотры постоянно, чтобы ребята понимали, да, насколько разнообразен и многогранен этот вид искусства, который они выбрали как хобби, либо как профессию дальше, да. Я думаю, да, это вот, наверное, такое очень теплое какое-то ощущение пребывания домашнее.